Итак, мы продолжаем. Вот мы уже спустили шахты. Два варианта: начать проходить этот уровень первый, пройти за доблестной милицией. Второй — это вот этот. Спуститься, продвигаться по шахтам. Так как мы купили ключ у одного из зэков в столовой, или этот же ключ можно выбить у электрика на переходе в эту, в этот уровень. Так, подождем, пока он пройдет. Выбиваем тихонько решетку в стиле Бэтмена. Да. Так, ждем, пока он отвернется. И садим его в бочину. Познакомим его с нашим металлическим другом. Идем по правой стороне, потому что нас ждет там еще один охранник. Не удивляйтесь, если тут будет написано, что я нашел все, эта пачка найдена и тому подобное. Этот день у меня не задался с утра, в общем. Постоянные вылеты. И да, вот она, первая пачечка. Постоянные вылеты и прочие эпик фейлы, просто день не задался, как бывает у многих людей. Так что сори. Давай, отворачивайся. Свалил. Вот так вот. Выключаем. За него плату. Listen, I noticed something. Устраняем нежелательные лица. Забираем деньги. И спускаемся аккуратненько. О. Вентилятором. Так. Где там? Ждем, пока он подойдет. И снег. И как снег на голову прыгаем. Забираем тело с собой. Вот его друг, а то просто на всякий случай вдруг увидит. Так, нам сюда тоже быть нужно быть предельно осторожным. Помимо двух персонажей нас ждет кадр куда третий покрупнее — экзоскелет. Вот на этой стороне аккуратненько обманываем всех. Сидим как тругопник, короче, на картах. Ждем. Пока нам что-нибудь подвернется. Интересно. Слышь, есть что? А если найду? Чекаю. Any news on the escape? On Riddick? No, not really. They say he made it down here somehow. Probably looking for Jagger Valance. But they haven't called yet. Clever guy. Hope he doesn't plan to mess with our little flock of alien pets. Why not? If he runs into those monsters, he can kiss his sorry ass goodnight. Wouldn't be a problem no more. No, Riddick wouldn't be a problem. But remember that big one that got loose by the spaceport last year? Shit, you're right. Надеюсь, он меня не увидит. Походу увидит, короче. Или нет? Нет, пронесло. Фу. Найс. Так, сюда. Наверх.
сначала заберем как акробат, который ходит по канатам, следующую нашу пачку и идем обратно. Главное не упасть. Короче, можно сейчас сделать как я, а можно их, короче, сагрить как-то, наколоть их, обойти там туда-сюда, короче, пройти мимо этого робота и пройти вот через вот эти вот врата. Там как раз таки, ну, тоже будет другой путь, обход. Ну, там будет медицинская станция. За все ваши удручающие страдания. Но мы пойдем вот этим путем. Я обещаю, что тут будет все в стелсе, короче. Потому что я устал уже, честно. Вот как будто, как попрет, так попрет. Но постараюсь. Сделаю все, что смогу. Хопа, 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 хопа. Стоп-кадр. Давай там, смотрите. Быстрее. Так. Ага. Иди сюда. Ну иди сюда. Ну подойди, что-то там стал. Ай, тупица. Давай, давай, быстрее. Здесь прям настороженный такой. Security breach! I got an inmate here! You're dead! Surrender, scumbag! Давай. Там. Как тебе тебя обойти? Сучара. You're gonna die! И сейчас это напоминает песню Alice in Chains. Чувак в коробке. Называется. Surrender, scumbag! Ну... Show yourself, and I'm gonna show you some hell! Давай, вот с этой стороны зайди, чтобы я тебя... обманул. You're going down! Вот, и... Все в таком духе, короче. Не получилось. Так, наш следующий клиент. Получается, подглянут. Да, чё мне твоя винтовка? Возьми его за ручку. За ручку. И поведем его. Поведем его за коробочки. В тенечек. В тенечек. Так. Мотылек. Еще один мотылек. Так, мне сюда, наверное, не прилетят, ладно. Тут надо быть тоже предельно аккуратным, тут вообще непонятная система. Как он палит Риддика. Потому что бывает, вроде как ты зашел нормально, но он тебя спалил. А бывает вот как сейчас. Так. Подождем, пока тот охранник. Вот он. Нам спиной. А
лучше делать это здесь. Так, и... Так, нас вроде как эти не видят, да? Нет. Наша следующая пачка. И отсюда валим быренько. Ну, нас полили, конечно, как обычно. Так, устраняем нежелательное лицо. Перейдем его чуть-чуть в сторону, чтобы нам не мешал. Раз. 0-2, 0-2, с ним поговорим. Thanks for wasting the hack. Не за что. You seen Shurik, man? He left his glasses over there. Видел Шурика. Черномор. Очки Шурика. Вот они. Итак, у нас есть, короче, карточка того стражника закона. Нам вообще, по сути, нам сюда. Но сначала мы поднимемся обратно. Мы заберем одну интересную вещицу, которая нам очень-очень нужна. Как бы, ну и вообще облегчит наше положение и задачи, поставленные создателями игры. Давайте поговорим, он нам скажет все, что мы уже сделали. Собственно, ничего нового мы от него не узнаем. Thanks, man. Lonzo and Void left me alone with this hack. Hey, I've never seen you down here. You don't have a work pass, right? Maybe Jagger could hook you up. See that sharpshooter guard over there? He has a key card he could use. Well, I mean take, you know? Hey, the fastest way down is through this door. Спасибо, капитан очевидность. Так, у нас... Так как у нас квест, то, чувак, извини. Другому бы не суждено. Ну, как бы мне тебя жали не было. Так, сначала мы пойдем сюда. За одной очень... Опасная штучка, вот, собственно, вот эти вот ворота, они с этого места, они закрыты. Так, следующая пачка сигарет. Те самые ворота, которые охраняет экзоскелет. Где там? Что-нибудь вниз. У нас идет, вот идет, да. Так, сначала вниз, потом... Наверх. Don't look at me. He had a coin. I told him to stay off my back. Я тебе верю. Давайте с ним поговорим. He had a fucking train gun, alright? Do you wanna buy the gun? Okay, еще спрашиваю. Give me a train gun. Here you go. Вот оно, наше спасение и облегчение задач. Шокерный пистолет. Итак, начнем с того, что этого... Не до оружия бесконечный заряд. То бишь хоть обстреляйтесь. Патроны не кончаются. Второе. Он может делать вот так вот. Это разбивать, да, фонари. И третье. Тоже, что не самое немаловажное. Это обездвиживать охранников и роботов. Экзоскелеты можно, он обездвиживает на примерно, может, секунды 3, но с ними ничего сделать, короче, будет нельзя, надо будет просто сваливать.
Вот. И на охранников он обездвиживает, они в конвульсиях дергаются, падают, и их можно спокойно убить. Вот. Собственно, такие вот фонари разбивать, а вот в такой вот окантовочке они не бьются. Теперь мы пройдем сначала сюда. Заберем еще одну вкусняшку. Хотя это можно было, в принципе, сделать в самом конце. Но ладно. Вкусняшку заберу я. Уже другую в самом-самом конце. Так. Наш человек. Бедолага ваш клинит и дергает. Давайте его задавим морально и физически. Я сказал, задавим. Ну что ты его не давишь там? О, задави. Поговорим с Валиком. You come to my rescue, space traveler. I am detained in custody with no other fun than that jester you just disposed of. I found him only mildly amusing. Watch your tongue, space traveler. You stand before Valia, the great elemental king. A king who wants to thank you for your kind and gentle gesture, despite killing the poor jester. I'm now free to roam my lands, and I give you the code to my secret chamber. You see, it is behind the door right over there, which is locked. You will have to enter from the other side. Забавные очечки у него со смайликом, веселый такой. Итак, он дал нам бумаженьку с кодом от лифта. Короче, за тем лифтом, ну, собственно, это нам самое начало уровня возвращаться, я через тот люк, через другой люк, тот самый, который был около двух больших ящиков, а я пойду, ну, уже ближе, вообще в конце, короче, когда будем возвращаться уже, когда тут все сделаем, выполним. Так, нам вообще сюда можно, если хотите, можете пойти сразу туда, как бы, но я сделаю это уже в конце уровня, чтобы не мотаться туда-сюда по сотню раз, хотя можно было этого и сейчас не делать, можно было бумажку забрать у него тоже уже в конце. Так, на всякий случай. Итак, куда теперь идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Пойдем мы в лифт. Где там дверь там, блин? Потерялся. Да, и вот такие вот фонари тоже разбивать нельзя. В общем, вот эти вот и вот эти. Так. Нажмем большую притягательную красную кнопку. Так, ну-ка иди сюда, еще поближе, еще ближе, 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 ближе. Ладно. Так, быстренько выключаем систему безопасности. Rail defense deactivated.
отбирает. Чёрт, охрана. Мимо, отлично. Здесь попал в конвульсию. Бедолага бьется. Давайте ему облегчим жизнь. Так, мотыльки. Наши. Ладно. Так, понятно. Тоже понятно. Все, вверх летит. Так. Третий. Наша следующая пачечка. Number 4. Как грациозно. Они летают. Да. Давай, спускайся. Вот реально вот бесит то, что нельзя в прыжке их подбирать почему-то. Вот дурацкий момент, на мой взгляд, я вот не понимаю вот этого вещи, как бы. Вот. Так, вроде тут все, короче. Давай. Будь мужиком. Поднимись. Не будь тряпкой. Да. Ну а чё ты? Господи. А, отлично. Так, Итак, еще один момент. В общем, если пройти через транспортную грузовую, вот ту вот самую, где мы заполучили шоковый пистолет, то здесь будет бродить охранник, но когда мы спустились сюда на лифте, почему-то его здесь как бы нету. Что самое, на мой взгляд, странное. В общем, проходя через транспортное средство, ожидайте здесь трех человек, не включая экзоскелета. Если вы спускаетесь на лифте, то тут всего будут вот электромонтёр и вот непосредственно ваш доблестный полицейский лежачий и экзоскелет, как бы плюс один, короче, через транспортное средство. Так, врубаем за неуплату свет. Можно не переживать, он нас, в принципе, не видит. И сразу же. Прямо сразу же. Торчи ты его, господи. Времени и так. Тащим его за собой. Тоже покажем ему всю любовь. Выключим свет. Ну, собственно, вот он наш билет до 19 башни. Пропуск. И он знает, как попасть на космопорт. Как нам, короче, свалить из бухты мясника. Ну, то бишь, он нам скажет, как попасть в космопорт. И оттуда мы уже сможем свалить с бухты мясника. Здесь еще один охранник, аккуратно. Так.
заберем его тоже с собой. Здесь оставим. Мы тут норм. И наша следующая пачка. Сигарет. Подбирай. Так, сколько мотыльков, кстати? Где там? Инвентарь. Мотылек. 21, отлично. Как раз 20. Он еще летает на всякий случай. Наверное, заберем. Может, и не заберем. Отлично. О боже. О да. О да, сейчас. Если ты еще сюда робота. О да, просто палец вверх. Отлично, отлично. Черт. Конечно, блин, давай время потянем. Jagger Valance, perhaps you've heard of me. I'm not a very good listener. Where's this spaceport? Straight to the point, is it? The things down here work the same as up there, Riddick. You give, you get. You don't want to get what I can give, Jagger. I suspect you're right, of course. However, there's a sealed-off area at the end of this corridor. Inside is a package that I need. But the area is filled with gas and... My lungs aren't what they once were. Get me the package and we'll talk. Итак, он нас отправляет забрать пакет. Из ядовитой камеры. Кстати, у одного из этих шахтеров можно купить ключ тоже от вентильки. На сей раз я не лоханусь. Как тебе нравится, да? Задаем тебя морально и физически. Отведем тебя в одно укромное место. Нет, я не могу тебя больше держать. У меня не хватает сил. Нет. Я-то за ним. Так. А за то, что мы пачку уже забрали, мы заберем ее еще раз. Наверняка уже. Угу. Что-то тысячный раз. Так. Так, выключаем. Я сказал, выключаем. Ненужное освещение. Да, все под контролем. Да. И второй. Вот так вот.
ножкой топай. Так вот. Вот и оно. Так. Короче, тут нету показания легких. Там сколько нам осталось тут дышать. Ну, это можно слышать. В принципе, по звукам. Ну и тупо звук много не мусолится. Забрал там. Заберем заряд на намеда. Пару мотыльков еще на всякий случай. Пакет и валим отсюда. Больше тут ничего нет. Медику по сердцебиению было уже почти плохо. Так, идем. Говорите, Жданин. Что он нам на это скажет? Итак. Сейчас тут одна приколюха, кстати, еще, собственно, про этот экзоскелет, он, как я понял, он застрял. Походу. Да. Когда вы выманиваете, короче, вот в это место, он может или вернуться через какое-то время обратно, и будет как бы, ну, примерно где-то вот отсюда он, отсюда, короче, патрулировать, а может вот как сейчас вы наблюдали, то потом застрянуть и застрять, и все. You are as advertised, Riddick. Did you notice anything about the spot where you found the package? That small cave is actually right above the home of a breed of creatures. Large and vicious ones. There'd be chaos if something were to open up a hole down there. I'll need a bomb. If you take me with you. No. Nothing slows me down. I know the score, Riddick. See Jupiter in Tower 19. He's connected and can get you a bomb. Here's my good faith. The codes you'll need to reach him. I'll meet you at the spaceport. Итак, вот на этом и все, поговорили мы с Джаггером, узнали все, что хотели. Нам нужна бомба. Вот это знает Юпитер в 19-й башне, в которую нам, собственно, нужно и попасть. Ну, короче, возвращаемся обратно. А, давайте, наверное, пойдем отсюда. Как у нас уже через транспортное. Заберем секретку и заберем второй лист крыс. Вау. Непрогружаемая текстура. Круто. Вот. У одного из этих типов, короче, второй кусок листа. Но нам абсолютно по барабану. Ну, короче, это у него. Заберем дубинку. Круто. Да. Тебя тоже вырубим. Вот. Идем обратно. Начало уровня. Воспользуемся той бумажечкой с кодом, который нам дал Валик, и оттуда же мы сваливаем обратно. Свалим обратно в 17-ю башню.
Вот хорошо, когда у тебя такие глаза, а фонарика под рукой нет. Это же просто отлично. Так, наш первый. Собственно, идет и второй. Вот так, отлично. Так, окей. Познакомься с моим каблуком. Ну, вот, вот это вот место. Секретно маленькое и вот оно. Дополнительное здоровье. И пачка сигарет. Если кто-то из вас уже увидел. На верхнем ящике. Это хорошо вообще. Отлично. Собственно, делать тут больше нехрен. Поэтому на этом же лифте, на котором мы спустились, поднимаемся наверх. Так. Сразу убираем оружие. Наша следующая пачка. Ну и вот мы. Так, тихо. Промажет. На месте. Так, вот пока он отвернулся, вот вообще идеальный момент. Давайте отдадим Шурику его очки. Thanks, friend. If you ever need someone keeping lookout for the riot guard over there, I'm doing it, friend. Just keep an ear open for my signal, then you know it's safe. Окей. Но ты нам вообще не понадобишься. Короче, нам обратно сюда. Но сначала я задам все квесты. Оставшиеся. Давайте купим у него последнюю заветную коллекционочку за 20 моделей. Give me the special. Hey, may the magic dragon be with you, bro. Так скажем, этому вот громили то, что с Дайгером все отлично. I just needed someone to confirm he was alive. There were some rumors going around about him being dead. Thanks for telling, Riddick. Take this. Спасибо тебе за оплату. Так, и опять наш брат сидит не так как-то. Ладно. Да, и пойдем отдадим список. Список. They booked him 2 weeks ago. That's the last thing I heard. Where? Fisher 2? Yeah, sweet, padrissimo. This is what I've been looking for. Thank you. This is for you. Вуаля. Так, на данный момент... у нас должно быть 45 пакетов. Ну а мы идем обратно проникать в башню.
номер 19. Оттуда непосредственно в космопорт. И на свободу долгожданную. Ради которой мы тут так долго и мусолимся. Так, давайте, пока он там отвернулся, в принципе, можно забежать. Сразу достаем шокер, как вы видите, увидели, я думаю, многие по ногам. Нас тут ждет западло, если кто-то неаккуратно быстро побежит, там на радостях, ура! Там башня 19, на вас тут встречает вот этот вот хитрожопый засранец. Да, но мы встретили его раньше. Так, открываем. В принципе, можно уже не убирать. Закрыть дверь. И погнали. Так, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Я думаю, если все пройдет гладко, наверное, в этот же день будет следующий. Ну, теперь нам уже точно назад не пройти. Будет следующая часть данного видео прохождения. В принципе, нам осталось совсем, по сути, немного. Всем спасибо. Оставляйте комментарии. И до встречи. Пока.